Телепрограмма национального телевидения «Чуваши» «Агенты 5.5.0» стала победителем международного конкурса фестиваля «Свет миру». Причем сразу дважды, по мнению профессионального жюри и по мнению зрителей. Проект выходил в эфир в прошлом году и был посвящен 550-летию города Чебоксары. Ведущие супергерои старались сделать его лучше. Сажали цветы, укладывали плитку, убирали мусор, проводили праздники во дворах, закрашивали плохие надписи на стенах. В этом году проект расширился, агенты пошли на повышение. Сейчас они с доброй миссией ездят по всей республике и называются «Агенты 1.0.0» в честь столетия образования Чувашской автономии. Фестиваль «Свет миру» проходил онлайн. Все желающие и сейчас могут посмотреть в интернете лучшие детские фильмы и телепрограммы из разных стран мира, побывать на экскурсии в Ярославле и послушать мастер-классы членов жюри, режиссеров из Москвы. Кстати, они особенно отметили идею проекта, а придумали ее наши юные коллеги, ученики медиа-центра «Куча Мала». В год столетия образования Чувашской автономной области на страже порядка агенты 1.0.0. До встречи в вашем городе, деревне, селе!